Ну вот, как же можно пропустить? Ой, Тоша запутался немножко. Как же можно пропустить, когда сохнет тут зелень? Тоша, тебе может помочь? Или ты сам? Сам? Хорошо. Пернатый. Ника, он занят. Он очень занят. Ему как бы не до тебя вообще сейчас. Вообще не до тебя. Да, Тоша? Наконец-то вода. Вода. Больше нигде в доме нет воды. Ни в поилке, ни в тарелке, нигде. Только на петрушке с укропом есть вода, где можно искупаться. Еще вон есть базилик, Тоша. Тош. Такая страсть к зелени. Тоша, давай. Боже. Что за психи? Ой, ой, какая прелесть. Какая у нас тут прелесть лежит. Боже, боже. Фигня, то все, помою опять, купайся. Купайся тоже. Ой, ты боже мой. Ника сейчас свою жопу всунет обязательно. Ну, все? Окупались? А вот тут вот не хотите? Вот здесь. Ника, ты накупался, моя птичка? Все? Ты счастлив? Морда пернатая счастлива? Вижу, счастлива, да. Ника, а ты сочканула, да? Сочканула этот раз. О. Ку-ку. А Джесси тем временем изучает шкарлупку от яйца. Решила попробовать дать ей кальций в таком виде. Помыли шкарлупку от яйца и дали Джесси. И вот она его теперь изучает. Ей очень нравится вылазить с вот той норки прямо к себе в кормушку и тут чего-то добывать. Тоша, ты пришел ко мне? Вот торжественный момент сейчас будет, нет? У Джесси там туалет. Да. Та-та-та-тан. Привет. Ты пришел на Джесси посмотреть? Что она там делает? Это мыша. Видите, какая мышка маленькая по сравнению с попугаем. О, аккуратно, Тоша. Тоша, ну тебя нафиг. Не трогай ее. Так. А это хочешь? Джесси. Тоша и Ника пришли. Тоже пойдет, да? О, базилик понравился. Не думала, что Джесси понравится базилик. Ест. Хе, прикольно.
Что, хочешь к Джесси в гости? Зоопарк. Наш домашний зоопарк. Ты решил помочь Джесси съесть укроп? Тебе укроп нельзя, Тоша. Ника по петрушечке выступает. Давай еще и Джесси дадим петрушечку. Тоже подходит. Джесси, огурчик будешь? Огурчик – это наше лакомство. Джесси огурчик любит. Видишь? Вкусно? Наконец-то, скажи, дали что-то съедобное. Мывка счастлива. Куча идла. Много еды. Много еды не бывает. Да, Джесси? Ну все, теперь тебе есть чем заниматься. Работай.